работаем, да. Александр Юрьевич прям кипит весь от недовольства своих подопечных. Я смотрю, у вас довольно спокойно. Я думаю, вы вполне довольны игрой своих подопечных, своей команды. Не, я доволен, на самом деле, как бы игрой, да. Скажу честно, мы приехали и говорили об этом команде, что мы приехали сюда за победой. Сейчас мы приехали сюда за победой. И, в принципе, было все реально. Да, есть нюансы. Нюансы у нас, возможно, по дисциплине игры. Нюансы, возможно, есть вопросы там к судейству, но в принципе, да, мы довольны. Ребята выложились на 100%. Все, что они могли и хотели, они сегодня здесь показали. И тем не менее, такое начало не надломило, скажем так, команду? Нет, абсолютно не надломило. Наверное, была наша промашка, что ребята немножко снизили темп после второй попытки. Вот. Поэтому, как бы, в принципе, нет, мы зачем ехали, то пытались сегодня показать. Поэтому, как бы, все в рамках того, что было запланировано. Тогда за счет чего команда ваша проиграла? Ваше мнение? Я уже сказал, что на самом деле как бы есть момент дисциплины игровой, да, то, что мы просили от игроков. Во втором тайме не все они выполнили, немножко сделали не то, что мы просили. Вот. Результат налицо, причем он явный в связи с тем, что не было сделано то, о чем говорили. Поэтому, как бы. Почти 80 минут без замен. Как команда выдерживает такое? Мы хорошо готовы физически, у нас отличные тренера по физподготовке. Или все-таки скамейка немного проседает? Не, ну, скамейка проседает, как бы, это не секрет, да, у нас не такая большая скамейка пока что в этом году, вот, но, в принципе, ребята выдерживают, ничего, молодцы. Спасибо. Спасибо. Где наша звезда? Вася. Поздравляю.